Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Светлана Удельная. Здравствуйте. Сергей Доронин возглавил Совет по сельскому хозяйству при Госдуме. В состав Совета вошли представители научного общества, отраслевых союзов и общественных организаций. Первое заседание Совета состоялось 3 февраля. По словам Доронина, одна из первоочередных задач, цитирую, «вытянуть село из долговой ямы». Конец цитаты. В ближайшее время Совет сформирует предложение по доработке государственной программы развития сельского хозяйства. Программа «Экономика». Кировские таксисты требуют доработать федеральный закон о такси. Накануне у бывшего дворца пионеров таксисты, которые работают легально, организовали митинг в защиту своего бизнеса от тех, кто перевозит пассажиров незаконно. Митингующие развернули плакаты с лозунгами, например, «Тарифы куда еще ниже, нет скидкам за счет водителя». По словам председателя регионального отделения профсоюза «Таксист» Максима Белова, в России недоработан федеральный закон о такси, и кировские перевозчики требуют, чтобы проблемы в законодательстве были закрыты. Так предлагается на уровне области принять закон о диспетчерских услугах такси, где будут прописаны права и обязанности диспетчерской службы такси, а также механизм утверждения тарифов и взаимодействия с водителями. Пока же на рынке такси слишком много нелегалов. Резолюцию со своими требованиями таксисты отправили в департамент дорожного хозяйства и губернатора области. Экономика на 101 FM. Отель «Хилтон» в Кирове откроется в начале лета. Об этом в программе «Разворот на бизнес» заявил директор «Хоспитали менеджмент» Сергей Сташков. Он пояснил, что сотрудников отель «Хилтон» будут набирать в Кирове. Часть персонала приедет из других городов. Это касается в первую очередь менеджеров. По словам Сташкова, кировский «Хилтон» планируется вывести на самоокупаемость через 7 лет. Строительство отеля началось в 2012 году. Экономика. В Кирове открылся «Макдональдс у цирка», сообщает репортер. Открытие второго ресторана состоялось накануне в 2 часа дня без приглашения каких-либо известных персон. По словам директора Анны Игнатьевой, в новом ресторане работает около 100 человек, большинство из них кировчане. Есть несколько менеджеров из Нижнего Новгорода, Москвы и Ижевска, которые давно работают в этой сети. Все сотрудники предварительно проходили обучение в ресторане Новоровского. Что касается дизайна, то никаких существенных отличий у второго «Макдональдса» нет. Игнатьева отметила только, что теперь в МакАвто одновременно могут делать заказ сразу две машины. Ценовая политика и ассортимент в новом ресторане также не отличаются. Курс валют, по данным Центрального банка, на 6 февраля. Доллар сегодня стоит 34 рубля 96 копеек, евро 47 рублей и 22 копейки. Светлана Удельная, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.